down trouble. Море! Его звали Икар! Я Баек. Ай отправила меня к Аполлодору. Тссс. Я надеюсь, ты осознаешь, по какой причине мой хозяин так осторожничает. На мой вопрос ответит только он. Я передам ему твою просьбу и скажу, что ты от Айи. Жди до завтра. Если он согласится, то ночью подойдет к маяку. А пока ипподром почтит память величайшего возницы. Вас ждут веселье и напитки. И, конечно же, соревнования, если угодно. Его звали Икар, гордость шумного ипподрома, прославленный сын Канопуса, что так рано нас покинул. Аполлодор. Эй, ты! Скажи, ты убийца или друг? Друг. Баек из Сивы. А, тогда помоги. Ты Меджай Ай, да? Кто-то еще выжил? Только Дамаст. Его взяли в плен. А свиток? Как же свиток? Он у Дамаста. Дамаст должен был его уничтожить. Клеопатра у тебя в долгу. Сможешь сам дойти до лекаря? Я убил Евдора. А? Я рад. Он змей, да? Если честно, Баек, ты многого не понимаешь. Если честно, лучше ответь. Сперва ты должен проявить себя. Спаси Дамаста и найди его свиток. И тогда я пойму, можно ли верить словам Айи. Где искать Дамаста? Он на пристани в бухте Канопуса. Нельзя допустить, чтобы кто-то прочел этот свиток. Thank you.
сразу накинутся. Так, не теряем бдительность. Ιδιώτη. Ωραν βούλιμη τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Да что с тобой? Место хорошо охраняется. С удовольствием выпущу им кишки. Я сейчас. Потерпи. Даже не знаю, что хуже, вид или запах. Эй, держи оружие наготове. Нас никто не застанет врасплох. Я сплю в своих же нечистотах. Тебе конец. Вот ты где.
Эй! Там явно что-то есть. Глядеть в оба. Не волнуйся, я рядом. Что-то мне не по себе. Что? Выпустите меня! Амон-Ра, спаси меня! Спасибо! Это было просто невыносимо. Они все... Выведи меня отсюда, там поговорим. Эй, ты! Стой! Должны застать врасплох. Мимо нас никто не пройдет. Я сам собирался их убить. Просто не смог выбраться из этой клетки. Меня прислала Паладор. Дай мне свиток. Что? У меня нет свитка. Ты был за него в ответе. Спрятал на корабле. Ведь он мог попасть не в те руки. Где корабль? На дне озера. Его потопили. А, понял. Я его найду. А Паладор ждет тебя у маяка. Передам ему, чтобы встречал тебя у корабля. Ой, ты смижено сопросимис. Тот самый свиток.
Вот твой драгоценный свиток. Спасибо тебе. Похоже, ты достойный человек. Думаю, я могу тебе верить. Этот свиток для полководца Помпея. Мы пытались склонить Рим на сторону Клеопатры. Она будет благодарна за то, что ты сохранил ее секрет. Она на моей вилле. Так что за мной. Не понимаю, при чем здесь Айя. Ее брат Фан сказал мне, что она одержимо ищет одного человека. Так вышло, что и у меня были причины желать ему смерти. Когда Айя нашла его, я встал на ее защиту. Спасибо. А тебе спасибо за то, что ты убил Евдора. Он был омерзительным человеком. Ты должен знать, что Геннадий, я рад его смерти, но ты подверг себя большой опасности. Филаки — сплоченная группа. Они опасны. И они придут за тобой. Пусть придут. Почему ты хотел смерти Евдора? Как ты знаешь, брат Клеопатры, Толемей еще юн и не сможет стать хорошим царем. Мы думаем, им манипулировал Евдор. И именно он в ответе за все беды Египта. Пришли. Вилла перед нами. Обсудим все на вилле. Царица наслаждается высшим обществом. Я рад, что Айя вносит хотя бы талику здравого смысла в окружение Клеопатры. Твоя жена поистине удивительная женщина. Знаю. Байк. Прежде чем я все тебе расскажу, Клеопатра должна одобрить тебя. Она с характером. Я дам тебе совет. Когда подойдешь, преклони перед ней колено. Говори только, если спросят. Никаких вопросов. Не груби. И пусть тебя не отвлекает праздник. У нее большая свита, весьма жадная до развлечений. Иногда даже слишком. Говори четко, спокойно и, главное, не смотри ей в глаза. Готов? Я в нетерпении. Иди сюда! Лови! Идите ко мне, оба! Да, она меня застукала. Ощущения просто дивные. Сюда. Да не бойся, она не злопамятна. С пчелами? Где моя трубка, Софи? Я отдамся любому здесь, если он согласится быть казненным на рассвете. Так же, как Зантиди. Между прочим, он был весьма доволен обменом. А это что за красавчик? А ты заплатишь эту цену? Моя царица, это... Ну? Благодарю, царица. Но я уже отдал свою жизнь. Жене. Айя, одобряю твой выбор. Идем. Нам с вами многое надо обсудить. Празднуйте, друзья! Ты невежа. А, Пашарнптах. Это Айя и Байек. Они прервали земной путь Евдора. Чудесно. Вам близки наши идеи?
Мы ничего о них не знаем. Евдор состоял в Ордене Древних. Именно они стоят за моим изгнанием. Они лишили меня трона. И какое мне до них дело? У змея много голов. Эти головы и есть Орден. Змей убил моего сына. Все не так просто. О чем они говорят? Не знаю. Им что-то известно. Орден Древних хочет управлять Египтом. Птолемей их ручной пес. У нас глаза и уши по всей стране. Но Орден все время ускользает. Против нас некие таинственные силы. К примеру, здесь, в дельте Нила, пески поглотили целые деревни. Но за всем этим злом скрыт замысел человека. И это один из Ордена Древних, Скоробей. А здесь, в священном городе Гиза? Все подчиняется таинственному человеку по имени Гиена. Из-за него Гиза теперь край смерти и потерь. И есть еще Мемфис. Теперь здесь все осквернено. Даже наш священный бык Апис, тот, кого называют ящерицей, обладает какой-то таинственной силой. Значит, змей — это Орден Древних? Да. Евдор был известен как Бегемот. Ты был прав, любимый. Он не последний, а один из многих. Если Ордену что-то нужно, как было в Сиве, он без сомнений сокрушит все на своем пути. Сива. Теперь Фаюм. Самый угнетаемый регион в Египте. Там правит жестокий крокодил. Люди живут в постоянном страхе. И эта судьба ждет весь Египет, если не остановить Орден. Нужно действовать и быстро. Пришло время уничтожать врагов. Мы еще не нашли того, кто убил Хем. Тень нашего сына будет плакать от счастья, когда мы покончим с ними. Теперь ты мой Меджай Баек. Защитник истинного фараона Египта. Да будет так. Сегодня мы пьем. Празднуем. Любим. Завтра. Сказал бы.
Уйди! Что это с тобой? Хватит стенать, тетя! Ты только...
Я ищу главного пивовара Харкуфа. Мне не до тебя. Поговори с кем-нибудь из надсмотрщиков. Ты меня не понял. Я Миджай. Это Паладора. Это Паладора. Ну, конечно. Я ищу Скоробея. Тень, что нависла над Саисом. Тссс, прошу. Не стоит произносить это имя. Аполлодор знает, что люди мучаются. Ко мне приходят. Многие жалуются. Торговлю душат. Солдаты бесчинствуют. А бремя налогов Птолемея грозит раздавить нас. Пойдем же. Отдохнем там, где есть крыша над головой. Скоробеи рассказывают много страшного. Уверен, Аполлодор говорил тебе. Я слышал об увечьях, похищениях и о тех, кого хоронили заживо в пустыне. Ужасная судьба. Оказаться в ловушке песков, когда твои тело и дух терзает безжалостное солнце. И ты ждешь часа, когда тебя примет Дуат. Но это всего лишь рассказы. В Саисе, разумеется, есть злодеи. Но Скоробей, если он и существует, о нем боятся говорить. Сведения людей Харкуфа. Последнего, кто задавал вопросы про Скоробея, избили до полусмерти и отрезали ему язык. Хм. Кому? Гупе. Тестью истинного правителя этих краев, Тахарки. Вон там, Кава, внук Гупы. Эй, уже выиграл? Я ищу твоего деда. Знаешь, где он? Нет, он ушел в сторону лагеря Пир. Пока что не вернулся. Что ж, пойду поищу его. Есть ли новости о Джетке? Сетбинет! Киосет херкептю! Thank you.
Смотри в оба. Враги рядом. Нас не застать врагов. Эй, кто? Всех богов, Маркус. Я думал, ты убил его. Нет, нет, еще ты. Вот глупец. Теперь будет знать. Гупа, я тебя спасу. Опасно. Эй, что? Ник. Эй! Будет их последний жизненный урок. Живыми им не уйти. Обещаю. Что? Я убью тебя!
надо действовать аккуратно. Что будем делать с нищим, которого Маркус поймал в шатре Хелакита? Если выживет после этой... Эй! На куски порву! Вижу врага! Я вижу врага! А, я уже рядом! Что? Следы? Ты не чета настоящий воин! Сдохни, тварь! Богов, Маркус. Я думал, ты убил его. Нет, еще ты. Вот глупец. Теперь будет знать. Купа, я тебя спасу. Что-то здесь не так. Лучше быть начеку. Прикрываю. Так, пошли. Проклятие, вот ты где! Эй, что? Непослушных детишек наказывают. Встаёшь, да?
боишься? Эй! Что? Тебе здесь нужны! Эй! Ты что тут делаешь? А вот и... Да, меня не пустят. Что будем делать с нищим, которого Маркус поймал? Что это? Что? Самоуверенное ничтожество! Зараза!
Кстати. Будь осторожным. Что? Эй, что? Сдохни, тварь! Что ты? Сюда! Скорее!
политика сподвигает всех на глупости. Я с тобой, друг. Вместе мы все сможем. Слышишь? Будь начеку, брат. Осторожнее. Эй! Откуда это? Так. Не теряем бдительность. Что ты... по себе. Что? Ты ничто! Ладно, на куски порву. Эй! Эй, ты! Стой! Не привлекать внимания. Что будем делать с нищим, которого Маркус поймал в шатре Филокита? Если выживет. А ты знал, что он не мой? Что это? Пора тебя раздавить, букашка! Попробуй это! Ты что? Что? Убежишь.
Нашли что? Я убью тебя! Откуда? Эй, помогите! Нас никто не пройдет.
втопчу тебя в грязь! Кого-то ожидает хорошая пилёнка. Да, как обычно, мы крайние. Ничего. Здесь ничего нет. За дело, братья! Именем Геннадия я уничтожу тебя! Thank you.
Совсем рядом. Я помогу. Думаю, жить будешь. Скоробей лишил тебя языка, но ты можешь помочь. Харков сказал, что ты искал Скоробея. Помоги, и он умрет, обещаю. Что ты... Надо убить лучников Сефету в Саисе. Без них он слеп. Дедушка! Дедушка, как ты? Что с ним? Избит, изранен и хочет пить. Солдаты не пощадили его, но он поправится. Где твой отец, Гавап? Надо поговорить. Его тут нет. Он на строительстве. Мама! Дедушка ранен. Солдаты снова решили, что он попрошайка. Отец, что ты опять натворил? Искал Скоробея. Если поможет мне, то я буду вас защищать. Скоробей просто миф. Все это знают. Он попросил прочитать. Похоже, Скоробей собирает армию и ведет к Литополису. О боги! В город, где сейчас мой муж. Город, сгинувший в песках? Отцу предначертано возродить его. Скоро мы встретимся. Да, мама? Да. Мой муж Тахарка работает там не один месяц. И точно поможет. Он всех там знает. Если что, передай, что я по нему скучаю. Конечно, передам. Нужно найти Зерваса и разузнать о Сефету. Его связи со Скоробеем. Расспрошу-ка я торговцев. Пойму, с кем он знается. Не сожрет.
поторгуемся? Хорошая цена, да? По рукам. Весьма признательно. Попутного ветра. Удачи тебе! Чем я могу помочь? Мишер Шенебет. Я Рут Мишру. Шахти Мешиган Тиха. Бехариш. Ахем Мейонуби. Ба Ахуа Дежди. Ахем Рехари. Хая Хаят Нуэт. Хочешь улучшить доспех? Скучаешь? Ага. Прости. Так что тебе нужно? Не доспехи. Мне нужен Зервас. Смотритель порта? Ну да. Зервас уехал. Куда? Ну, подался в Литополис. Ему пообещали новую жизнь. Значит, он жив. Жив? А с чего бы ему умереть? С дороги! Финики нужны? Лучшие Скрибы финики! Слишком много. Наша знаменитая ива варит как раз из таких. Но что нам делать? Нет, спасибо. Не буду тебя уговаривать. Ты знаешь что-нибудь о Зервасе? Я собираю скарб и отправляюсь в Литополис. Смотритель форта мертв. Там прекрасный город для всех. Заманчиво. Но вся моя семья тут. У тебя-то ни жены, ни детей. Доброго дня, Нэм! Ехать. Тебе... Нет, спасибо. Ты что-нибудь слышал о Зервасе? Смотритель порта? Но почему ты спрашиваешь? Говорят, он исчез. Прячется? Или умер? А если б на тебя Сифету открыл охоту? А, ясно. Я не из людей, Сифету. Я ничего об этом не знаю. Берегу голову. Мне нечего рассказать.
лучший металл во всем Саисе! Наш Миджай вернулся. Понадобилось что-то еще? Да, сам знаешь. Послушай, Реда, где твои родители? Это долгая история, Сэнни. Александрийские филакиты поймали их на краже и сварили заживо в бронзовом быке. О, Анубис. Мне жаль, Реда. Забудь, боги их забрали, зато дали мне верблюда, Амона, мою гордость. Я брожу по пустыне и любуюсь закатами, когда захочу. И это моя свобода. Ясно. Как всегда, твоя мудрость не перестает удивлять. Да, Сирис не слушает стенания слабых. Хочешь что-то купить или продать? За золотом будущее. Чем могу помочь? Будь здоров, друг. Нужен кузнец, обращайся. Я до сих пор ищу Зервоса. Ищешь? Извини, в этом я не помощник. Что ищешь сегодня? Смотрителя порта, Зервоса. Лучше брось это дело. Его убила стража. Нужен кузнец, обращайся. Я до сих пор ищу Зервоса. Ищешь? Извини, в этом я не помощник. Эй, рыбу хочешь купить? Я ищу Зервоса, смотрителя порта. О,
Слыхал, Сефету его убил. Дела идут хорошо? Я не жалуюсь. Что ты ищешь на рынке? Зерваса, смотрителя порта. Где его найти? Кто тебе нужен? Я не знаю такого. Говорят, он помер. Что тебе вообще от него нужно? Хороший был человек. Хороший? Так все-таки знаешь. Не знаю. Это я от других слышала. Уходи. Дорогу! С дороги! Все по домам! Приказ Сефету! На улицу нельзя! Приказ Сефету. Нельзя выходить на улицу после заката. Все по домам! Приказ Сефету. На улицу нельзя! Приказ Сефету. Нельзя выходить на улицу после заката. Все по домам! Приказ Сефету. На улицу нельзя! Эй, стоять! Эй, ты, стой! Как поживаешь? Скорее выживаю. Надоело прятаться. На базаре про тебя спрашивал незнакомец. Да? И кто? Одна из шавок Сефету? Не знаю. Кажется, нет. Он носит... Мы не солдаты. Тебе незачем убивать меня. Я не союзник Сефету. Я ищу Зерваса. Я от Харкуфа. Славно. Я Зервас. Смотритель порта Саиса. Вынужден прятаться здесь. Что хочет Сефету? Собака. Держит весь город в страхе. Душит нас налогами. Он сжег дом брата. Точно! Я делал, что мог. Помогал людям тайком торговать. Что Сефету не видит, то не отнимет. Но он все узнал. Его люди отняли мое дело и дом. Но
Я спрятал свои записи. Они на моей филоке. Пока что. Помогу, чем могу. Моя филука стоит в порту Саиса. Хорошо бы вернуть ее невредимой, но поступай, как знаешь. Будь осторожен. В порту полным-полно людей Сефету. Стой! Стоять! Никого! Пожили, безумцы на улице! Эй, стоять! Сюда меня не пустят. На куски порву! Следы.
Проклятие! Быстрее! Можешь больше не прятаться. Твоя Филука цела, как и документы. Ты спас Филуку. Вот. Возьми в знак моей благодарности. Ты изменил все к лучшему. Я вижу, люди хотят помочь тебе, Зервас. Сразись с Сефету. Сефету слишком силен и жаден. Он знает, что ему не могут дать отпор. Мы же не солдаты. А у Сефету полным-полно воинов. Его лагерь в Никиу защищают баллисты. Стыдно признать, я их и доставил. Да поможет тебе ОМОН.
Карин. Эй, ты, стой! Я убью тебя! Стой! Стоять! Надо убить лучников Сефету в Саисе. Без них он слеп. Нужно быть осторожным. Еще один торговец не заплатил Сефету. Что с ним сталось? Сефету приказал сжечь его корабль и товары. Пообещал, если денег не будет, в следующий раз подождет его самого. Какой же... Потише. Мало ли кто услышит. Новости о Джеске. Еще один торговец не заплатил секрет. С тех пор, как ее арестовали, никаких. От поджигателя не уйти живым. Такова жизнь. Мы должны молиться, чтобы Клеопатра зашла. Эй, стоять! Амосис? Да. Ты хочешь отведать мидий? Меня зовут Баек. Я от Харкуфа. Он просит помощи в делах Джески. Что нужно? Джеска была убита. Теперь Харкуфу нужен новый союзник, чтобы спасать несчастных от Сефету. Что?
Должно быть, ты еще не знаешь. Сифету ни за что не удержать Джеску. Она сумела сбежать. Да? Где она? Плывет по Нилу. На Филуке с припасами для людей, которых она спасла. Она направилась к юго-западу, рискуя встретить бегемотов, чтобы скрыться от глаз Сифету. Следуй вдоль берега и найдешь ее. Личные свиньи! У меня копье, я выбила бы тебе глаз. Да проклянет Серафис тебя и твой род! Не смей это трогать! Не подходи! Если был бы у меня добрый... Эти проклятые твари, помоги мне их отогнать! Тебя звать? Байек. Рада встрече, Байек. А я Джеска. Как ты здесь оказалась? Случайно. Я сбилась с пути. Никто не может миновать людей Сифету случайно. Что ты знаешь про Сифету? Харков думал, ты мертва. Но ошибся. Ты нужна ему.
Помоги мне доставить припасы в деревню. Люди на меня рассчитывают. А там мы поговорим. Так ты знаешь Харкуфа? Я говорил с ним по просьбе одного человека. Судя по всему, у нас общие цели. Харкуф — великий человек. Хотя сейчас в Саисе каждый второй мнит себя великим. Но у Харкуфа доброе сердце. Он защитник города и его жителей. Да, защитник от трусов вроде Сефету и Скоробея. Я уже помогла бежать из Саиса многим семьям. Например, той бедняжке Венес и ее сыну. Сефету сжег дотла каждого, кто не подчинился ему. Ты храбра, раз помогаешь тем, кто тебе не родня. Стараюсь. Я укрываю людей в деревне, пока они не будут готовы пересечь пустыню. Вот зачем нужны еда и лекарства. Как ты спаслась? Люди Сефету приволокли меня в крепость Никио и долго пытали огнем. Но я плевала им в лицо, когда они подумали, что... О, боги! Это Сефету! Место хорошо охраняется. Ты кто? Я быстрее! Убить мятежников! Вижу врага! Вижу врага! Вижу!
стоит сразу накинуться. Эй! Умеешь этим пользоваться?
Вот и все. Сколько несчастных погибло в огне. Живые есть? Нужно уходить. Тут опасно. Ты слышал? Да. Пенто! О, хвала богам! Ты среди живых! Я тебя не оставлю! Нужно попасть к моим родным, если они целы. Ты можешь понести Пенту? Конечно. Показывай путь. Спасибо, что спас Пенту. Ты бы сделала то же самое. Он твой должник. И проживет еще долго. Нет. Он в опасности, пока жив Сифету. Я иду к Харкуфу. Нужно найти способ выманить Сифету из укрытия, чтобы убить его. Людей из Дуата уже не вернуть. Но я помогу отомстить за них.